Командир танка, старшина Александр Навзараев. Наводчик-оператор, старшина Женева Галкана. И механик-водитель, рядовой Виктор Кишиктуев, Российская Федерация, первый экипаж. Б3 танка тип 96 БР. Все танки, все команды сейчас есть. Это возможность сегодня сборная ТАЭФ. Мгновение сюда главного судьи. Первыми стартует сборная Российской Федерации. Первый экипаж, друзья, поддержим нашу команду. Ну что ж, не просто выступать первыми. Нужно создать высочайший план. И первое препятствие, которое ждет танкистов на трассе индивидуальной гонки, это участок маневрирования. И не самое сложное препятствие, что всем, конечно же, в первую очередь нужно справиться с эмоциями, с нервами, которые, возможно, сейчас присутствуют. Весь мир смотрит сейчас, сегодня на танковый биатлон проходит сейчас первое препятствие на нашей сборной. Механик, водитель Виктор Кишиктуев. Справляется с задачей, поднимает белую флаг, калибром 125 мм и заняли огневую позицию для ведения стрельбы. Так, первый выстрел, лучшая зеленого цвета, цель поражена. Блестящая работа наша, тренерские наши результаты с полной экрана. Так, внимание, вторая лучшая поле, и вот она поднимается. Вот оператор идет поиск цели, и как только цель обнаружена, открывает огонь. Есть цель поражена, самую кромку вниз. Мишень попадает сейчас на шипах, тоже поднимается. Четко в сердце мишени, четыре мишени попадать. Есть мишень, дальность 1700 метров. Выстрел! Есть цель! Ну что, блестящая работа, первый экипаж. Браво, парни, вперед по маршруту. Готовим! Снимаем!
наша команда проходит сейчас мимо Кургана. Слава, друзья, мы так приветствуем нас. Наши друзья выступают первое время. 12 минут 41 секунда. Два круга уже позади у нашего экипажа. Оружие разряжено, докладывает сейчас. На поддержке там, но, к сожалению, не было медицинского разряда. Немного ниже взял командир танка и Атор. Вступаю здесь в испанию коридора калибром 7,62 метра. Ну а пока танка есть мишень. Посмотрите, друзья мои, дребезги. И добивает ее наш наводчик пират. Мишень из стеклянной пиратной. Когда мишень поджинает, то команды пиратской мишени. Танкового биатлона 2013 года. Ну вот они, наши красавцы, вот они, наши дорогие танкисты. Спасибо, ребята, спасибо за прекрасный заезд. Спасибо за действительно высокую планку, которую вы сумели показать. Восточный военный округ. Старшина Александр Намсараев, командир танка. Механик-водитель. Рядовой Виктор Хишектуев и наводчик-оператор. Старшина Дашинева Галданов. Вы молодцы! Вся страна вами гордится. Выполняет воинское приветствие. Конечно же, аплодирует и приветствует сейчас наших ребят. И заместитель министра обороны Российской Федерации, герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Генсбек Иван Юрьевич Евкуров. Конечно же, и главнокомандующий сухопутными войсками сегодня здесь поддерживает наших ребят. Генерал армии Олег Леонидович Солюков. Ну и приветствует наши экипажи. Судейская вышка.